общем, просто мы поперлись напрямик через лес. Вообще просто через лес. Как обычно мы тропинку искали. Найти его мы не смогли. Лес, лес, лес. Да, зато нашли вот какой-то трак, гигантский трак от болотохода. Вес больше 50 килограмм. Ни того ни сего, была херня обнаружена под бревном. Бревно рубили, копали, короче, я поднять не могу ее. Вот поэтому ее не потащим домой, оставим здесь.